Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений, вы, как всегда, на канале «Попади в десятку». Сегодня, буквально за 3 минуты, я вам расскажу про страйкбольный пистолет Токио Маруи Кольт 1911. А перед тем, как мы начнем, пожалуйста, подпишись, поставь лайк и прокомментируй видео. Эти простые действия помогут нам в развитии канала и делать больше клевых обзоров. Погнали! Интернет-магазин «Попади в десятку». Предлагая стартануть с комплектацией, мы видим солидную коробку, в которой приходит кольт. В глаза сразу бросается железная обойма, которая подходит к нему. Здесь также есть небольшая пачка пластиковых шариков 6 мм, один шомпол и фиксатор для зарядки обоймы. Но также, естественно, мануал на языке производителя. Образец произведен японской компанией Tokyo Marui и относится к виду страйкбольных пистолетов. Прототипом данной модели является Colt M1119 High Cap. Корпус выполнен из ударопрочного полимера, а рама выполнена из металла и пластика. Тип ствола будет, естественно, гладкий, в модели также присутствует blowback. Общая длина 198 мм, из них 90 длина ствола, а вес изделия составляет 805 грамм. Обойма выполнена из металла, для воспроизведения выстрела ее необходимо заполнить пластиковыми шарами 6 мм и, естественно, источником энергии. В нашем случае это будет Green Gas. Держим буквально 3-4 секунды и мы готовы стрелять. В передней части корпуса под стволом мы видим планку Picatinny. Она служит для установки дополнительного тактического оборудования в виде фонаря или ЛСУ. Также мне понравился контактный гребень, который находится на тыльной части рукояти. Он блокирует спуск при отсутствии плотного нажатия ладонью. По заявлению производителя, скорость полета снаряда достигает 90-100 метров в секунду, что полностью соответствует правилам Российской Федерации по свободной продаже или покупке данного изделия. Говоря проще, для покупки данного красавца тебе не понадобятся дополнительные документы, разрешения, регистрация в Росгвардии и так далее и тому подобное. Вот так просто, прямо сейчас ты приходишь в магазин и можешь купить у нас этот пистолет. А еще проще сделать это онлайн. И раз уж мы заговорили про онлайн покупки, давай я расскажу тебе, где сделать это проще всего. Приобрести данный товар можно у нас на сайте и сделать это просто. Вам нужно перейти в описание к видео, перейти по ссылке, выбрать подходящий комплект исходя из своих пожеланий и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. Японцы потрудились на славу. Я считаю, что данный кольт получился очень крутым. Рекомендую с него пострелять. Друзья, если у вас остались какие-то вопросы, вы знаете, что делать. А если у вас есть опыт владения данным оружием, пожалуйста, поделитесь им в комментариях. С вами был Женек. До скорых встреч!